Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Отправляемся в город Нур-Султан, в Казахстан. И здесь Борис принимает Йокерит. Еще раз смотрим повтор. Большая суматоха, и Михайлис бросал поворотом, но шайба коснулась крышки Кудаса и взлетела вверх. Джордан Шрёдер выкатывался, именно он бросал ближний угол, ворот Йони Ортио. Остается развить эти две минуты в равных составах. Так что Антила очень легко отделался. А вот сейчас опять Асетов. И момент. В щитки попадает. А дальше отскок. И шайба влетает в сетку ворот. Ее автором становится Егор Петухов. Шайба пролетает над Лехтонином. Асетов бросает в щитки. Шайба отлетает и спокойно ее переправляет Петухов в створ ворот. Выход 2 в 1. Классика жанра. И великолепно использует свой момент Борис. За эту паузу, думается, все пришли в себя. Лирия. Бросок по воротам. Отскакивает шайба Шестакова. И она влетает в сетку ворот. Ничего себе! Даже чуть ли не с отрицательного угла забивает эту шайбу Шестаков. Вот она падает. Да, с отрицательного угла. Просто спину бросил ее вратарю, и она залетела в сетку ворот Шестаков. Кертис Волк подхватывает шайбу. Я уже думал, будет атака 3 в 2. Нет. Но это неплохо. Лилия. Гол! Вот так вот все. Гениальное просто. Хороший быстрый отрыв получился у Бориса. Так, опять Асетов убегает. Ничего себе, убегает. Может быть, забросит. Передача. Нет, на Светберга пас не прошел. Асетов бросок. Низом не точно. И гол. Просто переигрывают вчистую. Видель передача. Асетов бросает. Ну и Видель с добивания отправляет ее в сетку. Асетов красавец. У него вторая голевая передача уже в этом матче. 4 голевые, 4 балла за результативность. Так, там, по-моему, повреждение получил кто-то из четвертой тройки. О'Нил. Бросок, Ортио, добивание, гол. 4-1. Распечатывают Йони Ортио. Сухая серия его завершена. Питер Регин с добивания это делает. Ортио перестал ловить все шайбы намертво. Они постоянно от него отскакивают. Вот к чему это приводит. Из-под Даррена Дитса Питер Регин шайбу переправляет. Бросок. Защитник попадает шайба. Толванин, Шрёдер и Антила. Такое стало звено. Уже не первый раз они выходят. Сочетание 4-2. Вот вам, пожалуйста, еще 8 минут. 4-2. Подправил шайбу, пущенную защитником Кивисте. Или нет? Толванин, Кивисте и... Нет, не подправил Шрёдер эту шайбу. Она просто влетела в девятку ворот. На 44-й минуте 4-0 стал счет. Ну и еще 16 минут играть. Опасно! Регин, гол! 4-3! Возвращается Йокерит уже основательно в эту игру. Абсолютно один, никем не прикрытый. Оказывается, Петр Регин, который оформляет дубль в этом матче. Михайлис, я вижу, вышел, а Асетов с Гурковым еще остались. Передача. Лидеры тоже подустали у Йокерита. Бросок атомы 4-4. Нет, никуда не денемся мы от этой тенденции. Никуда мы не денемся. Да, Лехтонин попал прямо в девятку. Йоэнсоу здорово закрыл вратаря. О'Нил. Передача. Великолепный гол. И Йокерит побеждает. Спал, спал Брайан О'Нил, а потом взял и стал автором этого невероятного камбэка. А, Скриничка забил, конечно. Ну что же, поздравляем Йокерит со второй победой на этом выезде.